Акушер-гинеколог новой поликлиники в Ромашково носит непривычное для местного уха имя – Улдуз Исмаилзада. При этом приехала она из Твери, где отучилась в Госмедуниверситете. Говорит, очень обрадовалась, когда ближе узнала своих новых коллег в Ромашково. Хороший коллектив, молодой, целеустремленный. То есть у всех есть вот это, то есть горят глаза, так скажем. То есть мы все хотим чего-то добиться, что-то показать людям, что как бы молодые не значит, что ничего не знают. Улдуз всего 26 лет, но девушке уже приходится переучиваться работе на новой аппаратуре. Ромашковская поликлиника оборудована по последнему слову техники. У нас крепоскоп новейший, нового поколения, очень современный. Я когда в ординатуре училась, у нас был крепоскоп. Что-то напоминало, конечно, но это было очень старое. Да, здесь в чем самое главное преимущество? В том, что мы можем вывести на монитор все, что мы видим, и написать заключение, и все сразу выдать. Хороший коллектив, современные аппараты, прекрасная возможность для расширения своего врачебного опыта. Улдуз хотела бы больше узнать об эстетической гинекологии и гистерологии. Это, конечно, больше подходит для больницы, но и поликлинический врач тоже должен развиваться, считает Улдуз. В дальнейшем хочется обучиться на ультразвуковое исследование органов малого таза, то есть проводить УЗИ именно по своей части. Но дальше развиваться. Улдуз Хаганиевна остается врачом даже во время интервью. Специально попросила записать послание для всех зрительниц этого репортажа. Обязательно посещать гинеколога минимум раз в год. Почему это делается? Потому что некоторые заболевания, в частности заболевания шейки матки, проходят бессимптомно на начальных стадиях. И чтобы не упустить тот момент, когда мы можем еще вылечить эту болезнь, чтобы не упустить этот момент. Улдуз переехал в Ромашково и живет здесь со своим мужем. Говорит, есть разница между пациентами в Твери и здесь, на селе. Местные чаще улыбаются. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».